Новая дорога, уютный дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт. Жители деревни Малая Рабузи, расположенной в Батыревском районе, получили к Новому году сразу несколько подарков. Подробнее об этом в следующем сюжете. Такое бывает нечасто, чтобы в одной деревне открылись сразу три социально значимых объекта. Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье – это что? Это физическое, духовное и психологическое благополучие человека. И, конечно, когда все это в комплексе у человека есть, он будет здоров, да? Мы с вами будем здоровы всегда. Берегите себя. В местном клубе большие изменения. Помещения отремонтировали внутри и снаружи. Новая мебель, сценические костюмы. Дом культуры начал новую жизнь. Жители деревни очень рады новому фельдшерско-акушерскому пункту. Модульный ФАП построен в рамках национального проекта здравоохранения. Еще один новый объект – асфальтированная дорога. Она соединила улицу Октябрьская с улицей Пушкина и Садовой. Ее протяженность около 2 километров.